Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня очень краткая инструкция по использованию и по эксплуатации полимеризатора для холодной и горячей полимеризации пластмасс. Вот эта вещь. Значит, из чего состоит? Вот это клапан 3 бара. Это термоманометр. Здесь температура, здесь атмосфера. До 4 бар. Ну, 1 бар примерно 1 атмосфера. Дальше. Это закачной клапан. И, соответственно, крышка-ручка. Итак, сейчас здесь у нас чуть больше 2 бар. Ну, это примерно 2 атмосферы. Как сбросить и открыть его? Поворачиваем данный клапан. Когда мы сейчас полностью сбросим, крышка уйдет немножко вниз для облегчения открывания. Итак, смотрим. Оп! Крышка провалилась внутрь. Открываем защитный рычаг и чуть-чуть сдвигаем крышку на себя. И нажимаем вот так. Все. Вынимаем эту крышку. Вот она крышка. Чтобы вставить крышку, мы точно так же ее опускаем вот так вниз. Вот она внутри. И закрываем вот так вот. Но здесь для безопасности осталось открытое пространство. Вот оно. Видите? Его мы будем поджимать. Давайте накачаем. Значит, каждое устройство комплектуется вот таким шлангом с манометром, с быстросъемом. Подсоединяем к заправочному штуцеру. Вот так. И соединяем с источником сжатого воздуха. Вот так. Прижимаем и нажимаем крышку. Итак, смотрим. Растет. 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 Так, сейчас я это сниму и включу компрессор. Итак, мы компрессор включили, смотрим. Итак, мы закачали 2,7 атмосферы. Значит, сейчас давление выровняется внутри. Сейчас буквально 0,1 упадет. Кратенько о размерах. Значит, вот этот полимеризатор грязным объемом 9 литров. Полезным объемом приблизительно в районе 7 литров. Смотрим высота. Вот линеечка. Вот его габариты. То есть по высоте, значит, он с учетом примерно 38-39 сантиметров. Высота непосредственно резервуара 25. По ширине сколько он занимает? По ширине он занимает, ну вот, наверное, вот так будет лучше. По ширине он занимает приблизительно 30
5 сантиметров. Диаметр дна данной вещи составляет у нас 5 сантиметров. Приблизительно вот так. Итак, вот мы его сейчас крутим, значит, и смотрим на манометр, термоманометр. Значит, он держит давление, и в связи с тем, что крышка вставляется изнутри и поддавливается давлением изнутри, данный полимеризатор держит такое давление в течение суток и даже более. Итак, как сбросить? Еще раз. Клапан. Сбрасываем. И сейчас мы посмотрим, как уйдет вниз крышка. Оп. Все. Можно доставать. Как доставать? Сдвигаем немножко на себя и вынимаем крышку. Спасибо за внимание.